мертв! Нервным. Бог мой, клянусь, я что-то слышал. Я ничего не слышу. Заткнись и прислушайся. Извини, не слышу. Ладно, продолжай в том же духе. Пойдем. Дерьмо.
становишься нервным. Бог мой, клянусь, я что-то слышал. Я ничего не слышал. Заткнись. Извини, не слышу. Разве вы не видите, что другого пути к отступлению нет? Они с вами не будут заключать никаких. Они пойдут. Что можете сделать вправе? Уверен, что вам так же дороги ваши близкие. Они не хотели бы, чтобы вы были частью этой нелепости. Мы выйдем вместе. Я думаю, что они не выстрелят. Уверен, что вы могли бы позади несколько курсов Академии. Разве это работает на деле? Это больше похоже на... Давай послушаем, что ты действительно чувствуешь. Каждый раз один из таких, как ты, приезжает сюда по одному сценарию. Вы готовите группу, мы вас убиваем и радуемся. Хорошо, это было так сложно. Теперь моя очередь. Я вернусь домой с кортежем, который мне обеспечит ваши люди. Я заработаю немало денег. А ты вернешься домой в сумке. И надеюсь, твоя семья получит неплохую страну. О, Боже. Разве вы не видите, что другого пути к отступлению нет? Они с вами не будут заключать никаких сделок. Они войдут и убьют каждого из вас. Вы еще можете сделать правильно, уверен, что вам так же дороги ваши близкие. Они не хотели бы, чтобы вы были частью этой нелепости. Мы выйдем вместе. Я думаю, что они не выстрелят. Уверен, что у этого говноеда позади... Противники убиты! Я хочу, чтобы вы вышли оттуда! Разве вы не видите, что другого пути к отступлению нет? Они с вами не будут заключать никаких сделок. Они войдут и убьют каждого из вас. Вы еще можете сделать... Сюда! Разве вы не видите, что другого пути к отступлению нет? Они с вами не будут заключать никаких сделок. Они войдут и убьют каждого из вас. Мужик! С вами не будут заключать никаких сделок. Они войдут и убьют каждого из вас. Вы еще можете сделать правильно. Уверен, что вам так же дороги ваши близкие. Его убить! Черт. Спасибо. Теперь я позабочусь об этих людях.